Привет, ребята, с вами Сэм и Нагнай, мисс Саня, и сегодня мы будем, наряжать елочку. Мы только что ее здесь поставили. Вот она очень высокая, прям даже еще чуть-чуть и была бы до потолка. Вот целая коробка украшений. Смотрите. Целая коробка. Потом Дед Мороз. Вот. Ну все, я уже тоже не могу. Сейчас тоже скажу всем привет. И есть еще один. Давай, тут Саня, у тебя беспорядок какой. Вот это мой... Твое письмо 2015 года, да? Мы нашли в коробке старое. Да, вот, мне Дед Мороз здесь сделал плюс. Типа прочитал, да, твое письмо? Ну что, мы поставили елочку уже. Смотрите, какая она у нас вся красивая. Нарядная. Короче, будем сейчас ее наряжать, Саня. Я сегодня тоже нарядная с таким. Да, Саня тоже нарядная. Сейчас я, наверное, включу немножко света побольше. Будет тогда больше. Вот, теперь лучше видно. Ну что, Саня, наверное, приступим. У нас лампочки. Лампочки. Надо будет их сейчас красивенько, так знаешь, по всей елочке. Вот здесь вот регулируется. Мергает, не мергает там вот так. Ну, вот. Потом как нарядим, обязательно покажем, какие там есть, да, варианты. Функции, да. Ну что, давай разбирать тогда, что тут у нас. Дед Мороз. Я смотрю, Дед Мороз. Подожди, тут у нас немножко волосы какие-то. Наверное, Пиписа. Ну что, привет, друг. Как говорится, все на своем месте сейчас будем. Да, вот такой красивый. Сейчас я. Вот. Вот этот тоже будем, да, рядышком с ним. Вот какие друзья. Тут у нас всякие грильянды, тут у нас игрушки. Ой, какой красивый у тебя снеговик. Ну что, тут у нас игрушки, давай тогда их вытягивать понемножку. Ой, вот это вот какая красивая, смотри. Мне так вот этот очень нравится, ключ. Ключик. Символ этого года. Да? Да. Ты что? А по-настоящему символ этого года, так собака, да? Какая-то золотистая, что ли, там я слышала. Вот здесь это повсюду разукрашивается. Ну да, ну что, вот так вот и будем. Давай, давай тогда понемножку украшивать, Саня. Давай будем приготавливать сперва все, чтобы их посмотрим, все ли они вот имеют бантики какие-то или такие же делишки. А знаешь, это хорошая идея. Короче говоря, ну, сейчас вот посмотрим. Самая, ну, ой, как какие бы. Тут вот, красивые у тебя. Ну. Вот такая коробочка. Тут самые красивые наши игрушки. Есть вот такой домик. Спит. Ой, какой красивый домик. Мне вот эта девочка самая-самая. Ой, откуда ты ее такую красивую? Я тоже не ой, знаю. Ты знаешь, на кого похожа она? На Аленушку. Аленушка, да? Да. Вот такой. Вот это сердечко очень красивое у тебя, Саня. Ой, какое красивое сердечко. Супер. Вот здесь вот такие. Какие большие, красивые шары. Вау! А вот, слушай, помнишь, какой этот год был обезьянин? Нет, это позапрошлый год. Помнишь? Да. Тоже символ года, да, у нас была? Вот обезьянка. Вот здесь еще такая елочка. Такая, да, елочка. Обезьяночка, я смотрю. Обезьянка. Со звездой обезьянка, тоже. Обезьянка. Да. Но в этот год уже это не будет. Да. Надо будет вот что-то найти с собачкой. У нас ничего нету, слушай. Клубничка. Вот как сердечко елочка. Да. Вау, вот такой красивый. Как бы. Ну, это тоже вот так вот смотри, вешать. Саня. Вот так, да. Вот еще так. Сердечко. Еще сердечко. Снеговик. Снеговик. Ту-ду-ду-ду. Какая красивая звездочка. Правда же, смотри, как красиво будет выглядеть. Давай понемножку вешать, смотри, может, тогда, Саня. Я один одну свою игрушку повесить. Давай. Какую? Какую будешь вешать? Саня, покажи. Ну, давай. А он не упадет у тебя? Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Вот. А сейчас самая-самая красивая игрушка. Ту-ду-ду-ду.
Снегурочка? Да. Да, да. Снегурочка. Да. Снегурочка. Ну что же, потом еще одна звездочка. Еще одна звездочка. Ну-ка. Тоже красивая очень звездочка. И клубничка. Еще клубничка. А там что у тебя еще? Вот там вот что там у тебя еще? Там еще что-то есть, да? Смотрю, вот какие-то такие, такие вот красивые, да, очень, да, очень красивенькие. Вот, а есть вот какая-то ненужная веревочка? А вот мы сейчас все найдем. А тут обезьянки можно взять, вот этой. Из обезьянки. Да, да. И приклеить. Это знаешь что? Это туда ставится свечка, и он тогда ночью зажигается, очень красиво выглядит. Ой, там еще у тебя много всяких домиков, смотри. Вау, какие. Тут вся деревенька. Вот еще один символ, смотрите. Винни-Пух? Да. Или этот, как его, не Винни-Пух это, этот... Это друг Винни-Пуха. Как он? Хрюшка. Хрюшка, какой-то хрюшечка. Будут друзья с этим. Да, друзья будут, да? Дружить будут. Вот еще один. Ну что тогда, Саня, давай приступим. Вот еще мы вот такой мне показываем. Да, синенький. А что у нас сегодня, какая тема будет этого желтый года? Давай желтый и красный в этом году будем красить, да? Ангел, ой, какой красивый ангелочек. Очень милый. Очень красивый, Саня, точно. И вот мы еще машинку эту не показываем. Да, и поехали, да? Да. И еще одно сердечко. И еще одно сердечко. Ну, тут шоколадное. Да. Мы ее не будем есть. Ну, вот такая вот. Ну, хотя бы праздничное немножко настроение, потому что сейчас покажу, немножко у нас снег еще держится. Конечно, он уже понемножку тает, но я надеюсь, что праздники будут со снегом. Можно сейчас вешать? Давай, все, начнем. Ну вот, мы закончили наряжать. Ну давай, Саня, покажи. Очень у тебя тут красиво. А друзей сколько под елкой? Друзья, которые обычно сидят у нас под елкой. Да, это кто? Только Бельниса не хватает. Этого большущего, да? Ну давай, я покажу. У нас тут и символ следующего года, да? Собачка такая вот. Тут медвежата охраняет, да, Саня? Кто такой? Вот такой вот Дед Мороз. Из Англии. Да, он англичанин у нас. У него, смотри, сколько подарков. Это Санта-Клаус. Да. Ой, сколько у них, у него. Тут вот и мешочек, вот какой симпатичный. Это мой подарок, если я вот такой заказала. Когда-то, да? Давным-давно, когда нет, ты была еще маленькая. Нет, я такой заказала лошадь. Да. Большую, вот такую. Да? Ну как ты думаешь? Нет, ну я хочу планшет. Ну давай, я покажу ребятам и всем, какая у тебя нарядная, красивая елочка получилась. Давай сделаем 1, 2, 3, елочка горит. Ну да, хорошо было бы, но я там я еще сделаю. Не подключила. Я да. Давай, Саня, не будем хорошо теперь делать. Ну, наконец-то, совместными усилиями мы с Саней включили лампочки. Жалко, потому что на улице еще очень светло, и наши лампочки, наверное, не очень видны, как горят. Ну вот, наверное, немножко и видно, да? Вот здесь внизу хорошо видно. Да, здесь вот так, подожди, вот так вот сделаем красивенько. Да, да вот так, вот тут такая красивая. Здесь, смотри, вот здесь да, вот да, очень да, хорошо да. Видно. Ну что, ну вот наша елочка со всеми, смотрите, я вам и отсюда ее покажу. Вот такая красавица, такая блестящая вся, нарядная. Ну, мы в прошлый год имели 2 снегурочки. Так я две... Нет, 2 снеговика у нас есть. Там вот, если ты встанешь и выйдешь, видела, посмотришь. А где второй? Ну, вот там вот. А иди, посмотри. Очень... Короче говоря, вот такая вот у нас нарядная елочка. Вот у нас тут, видите, как красиво все. Я могу показать, которую я вешала? Я вешала вот это. Ласточка такая вот. Прося, я вот это отвешала. Вот так вот красиво. Вот эти 2 я вешала. Потом это вешала. И вот это. Ну, давай, сейчас я вот так вот возьму. Будет очень-очень красиво видно. Ну, такая вот у нас елочка. Обязательно нам в комментариях напишите, расскажите, как вы ли уже нарядили елочку.
какая она у вас. Мы не любим эти искусственные, мы любим очень настоящие. Включила всегда настоящее, чтобы пахло дома. Ну, потом я тут вот еще так вот повесила. Сейчас покажу вам. Такие колокольчики красивенькие очень. А я потом, ну, конечно, вот. Я там в комнате, я очень там красиво у себя украсила. Да, Саня, там чулочки такие повесила, я видела. Да, я еще повесила такую бриллианту на своей кровати. Ну, супер. И вот там еще есть. Будем ждать Деда Мороза теперь. Да, я так бы хотела, что он мне планшет принес. Я надеюсь, если ты была хорошей девочкой в этом году, слушала маму, папу, хорошо училась, я так думаю, что Дед Мороз обязательно тебе в письме, что ты написала, все твои желания исполнит. Я уже сказала Деду Морозу, что я не хочу эту большую лошадь. Да? Нет, я хочу больше. Давай расскажи всем. Тихенько, чего ты хочешь, что я ты ему написал? Давай садись, елочки, а я тебя поснимаю. Маленький этот рюкзак. Угу. Так я вот такой его хочу. Рюкзачок, вот, да. Потом это планшет. Модненький. Да. Потом, ну, кошелек с лошадьми. Откуда это все Дед Мороз тебе доставит? Я сама себе придумала, да. Что я такого хочу. Да. Но я даже такого нигде не видела. Да. Потом я заказала, ну, как бы это сказать, ну, эту большую лошадь, но я ее уже не хочу. Да. Ну, все, тогда будем ждать понемножку праздников, будем надеяться. Напишите в комментариях, что вы заказали у Деда Мороза. Ну, я надеюсь, что там все что-то такое интересное ребята заказали. У нас весь Саня. Класс планшета запросился. Да, все так хотят планшет иметь. А книжку никто никого не спрашивала? Книжку какую-нибудь интересную, сказки какие-нибудь интересные. Он всегда Саня. Приносит сказки обычно. Да. Ну, мы когда были маленькие, мы, знаешь, у нас планшетов не было, так мы, знаешь, чего просили? Мандарины, конфеты, книжки какие-нибудь. Ну, конечно, куколку какую-нибудь. Кто к нам придет? Кто? У елки, идите. Точно, мы же Пипе с Саркой не показали, да? Идите, идите к нам, друзья. Ну, как же без вас? Давайте в кадр. Кто? Пипис, давай. На-н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 а. Привет, привет, привет. Не хочешь идти в кадр? Давай посмотри, какая елка у нас, Пипи, посмотри. Ты давай его не расчешись. Ну, Ктё, к нам перешел. Давай, иди посмотри. Давай, иди посмотри к елке. Да, Пипи, иди давай посмотри. Боится, наверное, Саня, он елку. Да, боится. Ну, что тогда? Все, на этой такой веселой ноте мы свой видосик кончаем. Всем говорим спасибо. И всем пока. Ставьте да. Лайки, подписывайтесь. Всем пока. И пока-пока. И пишите комментарии. А у нас уже с Саней следующая неделя. Понедельник, вторник, среда, четверг. У них такая там вечеринка в классе. В пятницу последний день. И все, и начинаются зимние каникулы. Ура! Но только один, ну, день. Один день. Не один день. Одна неделя каникул. Ну, не одна неделя, а две недели получится там почти что. 12 дней получается, я уже считала. Но мы можем один день там еще как-то, знаешь, пропустить. Если мы поедем к морю, мы обязательно так и сделаем. Потому что там все равно выходит пятница. На один день мы не будем возвращаться, если что. И будем очень-очень-очень-очень весело проводить время. Да? Ставим лайки, подписываемся. И всем пока-пока-пока. Да, давайте пишите комментарии. Ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля, ля-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 ля